Всем привет, друзья! Это канал Илья Уан. Меня зовут Илья. И это мой четвертый обзор на журналы тачки. Но перед тем, как я вам покажу, мы, как всегда, смотрим, что было внутри журнала. Вот это был такой наушник. Игрушечные. И игрушечный телефон. Обычный телефон. Этот набор назывался «Всегда на связи». Вы думаете, то, что я просто так обзоры делаю? Нет, я делаю по какой-нибудь причине. В прошлый раз я делал, когда у меня был целый год моему каналу, и в честь этого я снял журнал. Тут реклама «Звездных войн». Тачки, не замерзните, друзья, содержание, ледяные персонажи, раскраска и очень-очень маленький комикс. Так как тут комикс всего лишь один, я его читать все равно не буду. Вот. Зима. Так, в Радиатор Спрингс. Такие задания. Отпечатки наших персонажей. Скользкий лабиринт. От Джеффа к Максу. И я вот постер отделил от журнала. Вот так он выглядит. Вот. А внутри была игра. Зимняя гонка. Как видите, она очень-очень большая. Я хотел плакат на стену повесить, но так как внутри игра, я не могу что-то поделать. Так что, ребят, вы мне напишите в комментариях, как мне быть. Либо игру сохранять, либо плакат, хорошо? Так, раскраска. Франческо Бернулли. Игры. Какие-то тут снежные блоки перевозят наши персонажи. Игры. Связано с машиной с сеном. И новая какая-то... И новый пейзаж, который я не видел персонажем. Подделка. Самодельный снежный лес. Как делают. И вот елочки для этого. Рисунки. Видите, тут с названиями. И, конечно же, фишки и кубик. А на последней стороне ответы. Какой будет следующий выпуск? Тут почему-то не написали. Ну ладно. Это был канал Илья Уан. Меня зовут Илья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. И удачи вам, ребята.